Доброе утро. Доброе утро, Пермь. Стрижи летают опять перед окнами. Ох, как пролетают. Быстро они летают. Сейчас позавтракаем. Вышли на прогулку в католический храм. Это улица Горького. Вот это Пушкина. Сейчас пойдем в магазинчик. Вчера здесь река была. После дождя. Сейчас все спокойно. Но мы сегодня взяли зонтик. Вчера промокли. Потому что сейчас парит. Магазинчик. Здесь у нас грузинская кухня. Ресторанчик Сакартвело. Вина Грузии. Арани. Улыбка радуги. Рыбка, магазин рыба. Сейчас туда зайдем. Нашли в магазин семья. Большой магазин. Все здесь есть. Пойдем по улице Пушкина. Институт. Ну, какие здания. Улица Пушкина. Подходим к Сибирской улице. Да, Сибирская улица уже. Гимназия имени Дягилева. Альфа-Центр, здесь центр здоровья. Цветочки. Точки здесь. Улица, газеты «Звезда». Идем.
Какое здание? Это что у нас за здание? Пермская краевая библиотека для слепых. Там Горьковский парк, статуя имени Горького, центральный парк отдыха. Ротонда там видна. Смотрим картины, которые написали слабовидящие люди. Такие картины. Такая галерея рисунков. Вот и снова день закончился. Пермский вечер, а за ним и ночь идет. Солнышко село. И завтра снова будем его встречать. Всем всего доброго.